состоянии мании, значит, однажды, значит, решил, что он таки может летать в явном, не в сновидении. И он уже встал, значит, на балкон, и ну, психоз был. И он хотел, значит, прыгнуть и полететь. Слава Богу, там супруга или дети его задержали. Вот. Но он, значит, они его в данный момент спасли, но в следующий момент, там, через час или два, вдруг у него появилось желание поехать в Ленинград внезапно где-то из центральной России, вот, а потом из Ленинграда в Финляндию, он сел в машину, значит, скорость 200, там, 300 километров, не знаю сколько, короче говоря, не проехал и полчаса, въехал в Бауштели, авария, вот, перелом ноги, и на этом его это вот маниакальное это вот желание кончилось. Так что у меня было это в реальной жизни у одного пациента, который возобновил себя чуть ли не ангелом, и в реальной жизни, не в сновидении, он хотел с балкона полететь, как ангел. Вот. У вас, конечно, сновидение было. Вот. А у меня это, но оно очень и очень похоже. Это, понимаете, это какая-то ловкость и какие-то способности, которые не свойственны человеку. Ну да. Значит, как это говорить? Тому, кто, значит, тот не способен летать. Есть поговорка. Тот, кто ползает, да. Ползает, летать не может. Да, летать не может. Совершенно верно. Совершенно верно. И человек не может так вот ловко спускаться, как я, или летать. А в сновидении мы это можем. Что это? Не знаю. Я тоже не знаю. Но я вам хочу сказать, это действительно приятное очень. Ты чувствуешь себя свободным. Вот свободным. Ты легко, раз, потом, понимаешь, и так быстро, там с 10 этажа на один карниз, потом сразу же, значит, 2 этажа, ты уже тут, легко, и так, у тебя есть, то есть у меня в сновидении, я вспоминаю, появляется, а как же я сейчас приземлюсь? Значит, я ж могу разбиться, но как-то легко ты приземляешься, значит, на эту вот землю, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это просто в ответ на ваше это сновидение. Дать объяснение вашему сновидению, дать объяснение своему сновидению. Я не могу, может быть, кто-то из комментаторов, кто вот послушает эту нашу эпизод этот. Может быть, они дадут объяснение нам. Вот мы просим. Прокомментируйте. Прокомментируйте, что это и как это. Может быть, там какой-то психолог, может быть, там какой-то психоаналитик, не знаю. Может, физиолог, вот, и так далее. Ну что, значит, резюмируя нашу беседу, значит, в целом неплохо. В целом опять будет обозначена стабильность. Да. Я пишу стабильность. Стабильность. То есть раньше я писал стабильность, потом омикрон. Теперь уже я уже и омикрон не буду, потому что он уже не звучит у вас. Уже не актуально, да. Да, не актуально, поэтому будет стабильность, и все. Вот такое вот будет наименование. То есть, даже по названию этого, скажем так, ролика можно видеть, в каком состоянии вы находитесь. Потому что где-то там гипомания или гипомания, потом мания, когда менялась у вас. То есть гипомания и депрессия. Вот. Или если утром вы были в гипомании, а потом впадали в депрессию, я писал гипомания, депрессия, вот так. То есть, чтобы подчеркнуть для слушателя уже, чтобы он уже предварительно понимал. А остальное он, конечно, там слушает. Так вот, сегодня это продолжение уже. Несколько недель стабильность, 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 стабильное состояние, нет вот этих резких перепадов. Где-то оно как-то стабилизировалось на каком-то, если даже и есть, то они настолько незначительные, что по сути дела их можно обозначить как стабильное состояние. Так, ну что я вам хочу еще сказать, пациент инкогнито, давайте так. Поскольку все-таки вы находитесь сейчас в стабильном состоянии, и я уже вижу, и интерес пациентов немножко падает,
количество уже посещений не так. Давайте мы будем с вами, ну, встречаться немножко реже. Давайте, конечно. Давайте один раз в неделю. Да, давайте без проблем. Давайте один раз в неделю. Значит, вот по четвергам, да? Как скажете, доктор. Ну да, нет, ну я просто с вами советую. Вот сегодня четверг, через неделю. Но, одно но. Если что-то появится экстремальное, если что-то появится, вот эту стабильность, скажем так, она вдруг пойдет либо вверх, либо вниз, эта стабильность, тенденцию, тогда, естественно, звоните мне сразу же. Хорошо. Если все будет вот так, как вот эту последнюю неделю, стабильно, или там две недели, то раз в неделю, в четверг, поскольку и сегодня четверг, вот, значит, через недельку, если появятся какие-то изменения в лучшую сторону, в худшую сторону, или вообще что-то новое, или изменения даже прогрессивном таком темпе в лучшую сторону, в лучшую, но не манию, или даже, я уже не говорю про манию, я уже не говорю про депрессию, там вы обязаны немедленно звонить. А если будет вот какой-то прогресс такой в рамках здоровья, хорошо, в рамках здоровья, естественно, звоните сразу же. Договорились? Да, конечно буду звонить. Вот. Насчет стабильности еще хотел ваши слова подчеркнуть. Что правильно вы сказали, вот ключевое слово, нету резких перепадов. Колебания вот такие есть. Поэтому я и объясняю, там же там много места в названии, в заголовке, YouTube сокращает время. Поэтому я стабильность, так условно говорю, она стабильна. Конечно, есть маленькие перепады. Я вот там хотел показать как раз таки именно про эти маленькие колебания. Я вам про как-то программку рассказывал, что там вот можно график строить. Вот примерно это, ой. А нас сейчас не этот вот, не зашпилят, не скажут. Нет, это просто я вам покажу. Да. Это вот последняя неделя, я не знаю, видно будет, нет? Да, вижу график настроения. Да. Где нормальный фон? Снизу? Здесь так, тут получается шкала по 5 баллам, снизу это плохо, да. Ниже это плохо, да? Вот там, видите, вот красный смайлик, снизу это ну, плохо. Ну я вижу, да, я вижу оно приблизительно. То есть колебания есть, но они вот маленькие. Конечно, он перепады небольшие пики, но и не очень глубокие, такие же небольшие и впадины. То есть, если назвать словами, то состояние колеблется от неплохо, это вот верхнее самое, неплохо, до, там есть еще пойдет. Не очень плохо. Да, там, вот как там, допустим, написано, так и совпадает с моими ощущениями, так себе пойдет и неплохо. Вот эти вот такие вот три варианта. Конечно. Так вот, значит, более-менее, а самое нижнее, как вы оцениваете? Нет, самое нижнее, это вот оно и есть, что, ну, так себе. Так себе. Да. То, что плохое состояние, так себе. Да, вот так я оцениваю. Да. Ну, в целом, конечно, есть, но они не гигантские. Да. Именно так. Вот. Они не гигантские и кратковременные, главное. Главное, кратковременные все-таки. И главное, что они именно по дням. По дням. Не по часам и не по неделям, а именно по дням, да. Или что в течение дня уже не меняется. Вот либо день весь неплохой получается, либо день весь, какой-то такой, пойдет. Немножко такое угнетение сам. Понятно, так она и у здорового человека бывает. Есть же не биполярные, а есть просто эмоциональные люди. Есть просто проблемы какие-то возникают. Конечно. Поэтому это оно уже приближается к норме. Вот так скажем. Да, вот потом-то и отличие, что вот днем в течение дня нет скачков, а вот просто либо весь день был. Фон в течение дня более-менее ровный. То есть либо он выше, либо ниже, но он
в течение дня практически не меняется. Только от дня к дню меняется. И да, там по два, по три дня вот такая мини-фаза получается. Ну, все понятно. Мы все правильно поняли. Поэтому я это обозначаю словом «стабильность». Условно. Условно. Да, да, да. Стабильность. Она показывает тенденции. Ну, тогда, потому что гипомания – это не мания. Если была мания, я писал бы «мания». Вот. А там, значит, смена, когда было, вы помните, было там период в дня, в день, пару дней, утром там приподнятость, а потом депрессуха, это сонливость и все. Я писал гипомания-мания, чтобы понять эту тенденцию. А теперь уже несколько этих вот, несколько, много уже, штук 5, а то и 10 этих вот роликов стоит стабильность. И сегодня тоже будет обозначено как стабильность. Ну хорошо, спасибо. Значит, мы договорились. И вам спасибо большое. Да, если все нормально, вот как эти все дни, раз в неделю. Вот, и за неделю мы, конечно, сможем уже больше увидеть, если есть какие-то изменения. И в плане улучшения, или в плане ухудшения, если, не дай бог, оно возникнет. Но если что-то резко меняется, немедленно звоните. Конечно. Все, счастливого. Всего доброго. Большое спасибо. С вами очень приятно пообщаться на разные темы. Да. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Ну, вот так вот. Слушайте. Теперь будем реже, один раз в неделю с пациентом говорить. Спасибо.